высокий дамп по крипте. Тем не менее, ребята, на стороне быков, что мы видим, что мы спустились по битку снова в зону, где очень большая плотность лимитных заявок. Посмотрите, как вот здесь и вот здесь. Когда мы были с вами вот здесь, на 22 тысячах, там особо, как вы можете видеть, плотности заявок лимитных не было. Там скорее на продажу много ордеров выставилось. Тем не менее, мы сейчас видим, что очень большой интерес покупателя есть вот в этой зоне, 18-19 тысяч долларов. И в прошлый раз мы оттуда очень неплохо выросли, как вы можете видеть. И это все было, грубо говоря, некой такой вот первой заходной волной. И сейчас у нас ABC-коррекция, мы рисуем двойное дно. Вполне возможно, что это так. И мы отсюда начнем подниматься более сильно, соответственно, гораздо выше вот этого предыдущего локального пика в 25 тысяч. Я все еще думаю, что такой вариант возможен. Тем более, что...